В казахстанских судах полностью откажутся от бумажного ведения уголовных дел. Для этого разработана информационно-аналитическая система «Зандылык». Ее авторы – представители Верховного суда и Генеральной прокуратуры. Программа включает в себя все нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Ожидается объединение и с другими базами данных, например, с Государственным центром по выплате пенсий. Внедрение проекта запланировано на 1 июля. Теперь судьи не будут тратить время на запрос материалов. Каждый шаг до судебного расследования отражен в едином реестре, а с помощью электронной цифровой подписи следить за процессом смогут и остальные участники. По словам разработчиков, Зандылык позволит сократить время на расследование преступлений и исключить коррупционную составляющую. После занесения документов в базу удаление или редактирование данных невозможно. Прокурор сейчас дела не будет запрашивать в рамках этого проекта. Это все будет в электронном виде. То есть, как только следователь совершил какое-то следственное действие, к примеру, произвел обыск, это все будет происходить в электронном виде. Вот эта система даст возможность анализировать, какие средние сроки даются, и чтобы вот эта кривая наказания, она выпрямлялась. Для того, чтобы вот по аналогичным делам, с аналогичными обстоятельствами личности, да, преступника были одни и те же примерно сроки. Вот это самая главная цель, чтобы для населения приговора повышали легитимность в глазах населения.